Привет. Да, я не дошел другого места, потому что я выезжаю на автобан. Хочу вам рассказать, что со мной происходит сегодня весь день. Прям какой-то интересный адский ад. Шеф меня отпустил без 15 час. Говорит, все, давай, вали. Магическое путешествие свое. Я говорю, ну отлично, все, в 2 самое позднее я выйду и в 5 буду. Сейчас время у нас без 15:05. Я еще из города не выехал. На 3 часа опоздания. В чем дело? Я заехал на заправку подкачать колеса. У меня оказался короткий ниппель сзади из-за того, что там стоят датчики давления шин. И я в одном месте спустил чуть-чуть. Поехал на следующую заправку. Там спустил чуть-чуть. Поехал на следующую заправку, на третью. И там я спустил до уже 1,1. Вот это, короче. До 1 атмосфера. Все, я потратил на это целый час. Несусь домой, думаю, так, у меня есть насосы дома в машине. Эти 2 насоса, ладно, жопа, короче. Жопа с ручкой, короче, я сдул колесо заднее. Нормально, да? Ну вот, велосипедный магазин. Захожу в велосипедный магазин, говорю, здравствуй, дорогой, а я его давно знаю. И, по-моему, парень израильтянин, я его видел как-то в израильских штанах. Я говорю, а ты израильтянин? Он такой, почему? Я говорю, штаны. Он такой, и дальше со мной говорит, не стал отвечать, боится чуть-чуть. Ну вот, что тут. Израильтян могут не любить. Вот, ну неважно. Я говорю, мне нужно что-то там, чтобы одеть на короткий ниппель. Он такой тут же мне дает такую штуку. Пойдем. Прикручивает мне, и он начинает надувать. Надули, он говорит, я не знаю сколько, короче, давай, едь. Я такой, ну ладно, слава богу, хоть это все готово. Около дома начал собираться, собрался, все. У меня есть датчик давления в шин. Я померил, нифига там ничего нету. 1,1. И он мне мигает 1,1 на приборке. Я... Приборка просто не сразу включается. Что делать? Я опять к нему. А я купил у него этот уголочек, да, уже за 7,50. Ну, потому что понадобится вещь такая хорошая. И давай, помогай. Мне помог, объяснил, надули вроде. Одеваю навигацию, навигация не работает. О! Че, ну ладно, поеду без навигации. Когда землится, без навигации доехать я знаю. Но как доехать... без навигации до... ну, там дальше ездить, я не знаю. Короче, я приехал на заправку надуть правильно, потому что там датчик давления. Ой, ну, когда надуваешь уже на заправку, ну, жмешь, показывает давление. Надул, значит, прикрутил сначала, конечно же, уголочек к шлангу и надул, да. Смотрю, мой табак лежит, который я потерял, и потому что я там до этого с утра заезжал туда. Ну, с утра в 12, оп, я табак забрал. Дальше, значит... ну, вроде надул, мучаюсь с навигацией, все, повесил шланг. Подходит какой-то парень, похож на марокканца, марокканец какой-то. И он что-то мучается, да, и я мучаюсь с навигацией. Ну, вообще там куча проблем всяких. И я думаю, что делает вот нормальный человек в такой момент? Ну, не нормальный, в смысле, обыкновенный человек, среднестатистический. Блин, у меня проблема, пускай разберется, как кнопку нажать. Нет, я, блин, вижу в нем очередную жертву. Не могу на это смотреть, говорю, давай помогу. Он, значит, мне протягивает шланг, что я на нем вижу? Мой уголок прикрученный, я забыл его открутить. Прикиньте, а если бы я закрыл глаза на его беды? Ну что, все? Профукал бы этот переходник. Ну ладно, надули. Я ему помог. И что-то он там подходит. Ой, спасибо. Я говорю, слушай, у меня, блин, столько сейчас проблем. Говорит, но благодаря тебе, что ты начал накачивать, я эту штуку спас. Вообще, говорю, сейчас навигацию, если поборю, вообще будет здорово. И он такой меня похлопал по-дружески, по плечу такой, нормально, ты хорошо поступил, все будет хорошо. Я говорю, ну видишь, спас, по крайней мере, детальку, потому что помог тебе. Не помог бы, я бы по своей бы собственной, да, оплошности ее бы профукал. Смотрите, что творится. Вот тут уже мокро, мне, я надеюсь, то, что она прошла. Вообще мне ехать именно туда. Нормально, да? Сейчас я буду одеваться. Грохот стоит там даже. Ну так вам не слышно, но... в каком-то в том направлении. Ну, короче, я сейчас лучше оденусь. Нехило, да? Вот что творится на улице.
Бедная Антоха где-то едет на автобане. Едет сюда, но я думаю, что не попадет все-таки. Тучка маленькая. Здравствуйте снова, дорогие мои. Я пью свое предбанное пиво, потому что мы выяснили, что если я выпью одну бутылочку пива, максимум две, то в бане мне хорошо. Если я вообще иду на сухую, то я чуть-чуть нервничаю от этой температуры, да, чувствую себя как-то особенно. Вот, я боюсь, что я перегреюсь и все такое, как бы давление, может быть, потому что не совсем справляется с этой температурой, да, потому что, может, из-за того, что я бегаю, как бы, как мне Арсен объяснил, то, что за счет того, что ты бегаешь, у тебя очень эластичные сосуды. Так как у меня очень эластичные сосуды, я очень легко перегреваюсь. Это уже на мотоциклах было. Вот. И я не люблю в жару, например, бегать. Только что позвонил Антон. Он подъезжает. Дождь начался, когда я прямо из Берлина еще выезжал, мне негде было остановиться. У меня вчера... Я остановился, уже мокрый, надел комбинезон и поехал дальше. Ну ты слушай, там не хватает 3 минут, чтобы промокнуть. Да. Круг уже поехал. Всеобщий шалом. Угу. Ребята, мы отправляемся в наше мистическое путешествие. Наконец-то мы встретились. Вчера круг приехал... Педерастическое? Нет, да. Это голубые ели, по типу. У меня брат прислал мне фотографию как-то. Они были в детстве, ну не в детстве, в юности, на курорте каком-то. И там голубые ели пенсионат назывался. Они встали перед фотографией, чтобы ели не влезло. Мужики стоят такие пьяные, голубые. Вот, короче, дорогие друзья, мы едем. Круг что-то там вон уже рвется в бой. Вчера в 2 часа ночи он приехал, не, в час 30, легли мы в 3. Антон умно сделал, лег раньше, поэтому выспался лучше всех. Я выспался хуже всех. Я проспал 5 часов, встал на автомате в 8.30. Ну ничего, как всегда. Жизнь на колесах, она такая. Тут не до сна. Можешь смотреть на него? Пока... Его не навигатор, у него, блядь, кинотеатр. Пока не могу, надо сделать апгрейд. Включите сериальчик на Netflix какой-нибудь. Да, главное порнуху не включать. Порнуха, да, врубил порнуху. Поехал, блин. Едешь, у тебя там ебля такая. Поехали. Так, тогда, ну что, все готовы? За тобой. Я еду на заправку, да? Давайте. Давай, да. Потом. Ух, как, Макс, у тебя дымит. Дымит? Мотоцикл. Конденсат. У меня еще не только дымит, смотри, как он разгоняется. Так, осторожно, здесь скользко. Ты гравицапу поставил? Гравицапу? Без гравицапа пепелат только так летает, а с гравицапа еще и вверх. Да, а как же вы пепелат без гравицапа из гаража-то выкатываете? Вот я тебя спрашиваю, ты гравицапу поставил? Поставил, да. Он так заложил в поворот, ты бы видел. Ой! Почти опаньки, как в Альпах. Опаньки. Кто, Антон-то? Антон умеет. Ребята, Антон резина с держаком нормальная. Слушай, ну ладно, поехали заправимся в Германию. Поехали в Германию. Мы можем направо? Там через... Надо проехать только через Олега. Забрать. Смотри, вот они сейчас уже все проехали. Поехали сейчас туда. Не, ну тут нас не пропустят. Сейчас они все проедут уже. Ну там орднеры стоят, дядьки. Ну, так они нам откроют, наверное. Не. Есть только шлюзы. Сейчас попробуем, коллег. Ну ладно, у меня на 55 километров. Нам надо, значит, заправимся в Германии. У меня 18 километров, мне надо забраться в землицу. У меня 110. Ну, короче, это 6 евро разница, можно забить на это. Ладно. Это забил. Одна кружка пива, господи. Так, здесь осторожно, можно кувыркнуть. Это у тебя дорогие, да дорогое пиво, 6 евро. Ну это я так. Блин, здесь нельзя проехать. Алло, сука, ищем место, где развернуться. Давайте, тут еще фиг не развернешь. Обратно наверх, что ли, ехать? Надо... Вот справа занырю, вот, туда на парковку. Не, я через лево проеду, вот здесь. А вы как хотите, но я вот здесь делаю это. Обратно наверх ехать? Да. Да. Проблема в том, что нам надо... Блин.
Сейчас я уроню мотоцикл, господи, прости. О! Аккуратно, аккуратно. Я скачу вниз, там развернулся. Мы едем через верх, я покажу, как ехать, я знаю. Вот так вот сжигается сцепление. Мы точно так же блудили в прошлый раз. Здесь написано, я думаю, что похер, но этот. Ну, в прошлый раз по этой дороге не проехали, Макс, если что. Значит, неправильно. Значит, надо было дальше. Значит, дальше тоже. Разворачивайся тогда. Блять, сразу? Сразу, сразу. Я спущусь уже вниз, мне сейчас неудобно. Ну, хорошо, мы ждем тебя здесь. Мы точно так же с Игорем заехали туда. Закрыто. Закрыто? Закрыто, да. По-моему. По-моему. А может, ну туда вниз надо было. Блин, они бы хоть поставили разметку, но вот какой-то... Я... Ладно, мне Нави говорит, что можно повернуть налево через 250 метров. Главное, Макс, тебе чувак начал объяснять. Как ехать? А ты ему, блядь, да я знаю, сам знаю, сам знаю. Давай послушай, чувак, а. Ну мы не поняли бы его, он хочет поболтать. Ты понимаешь, он бы сказал тебе налево, направо? Нет, он хотел объяснить. Не, он так не смог бы объяснить, я бы ничего не понял. Какая-то дорога вниз, нет? Вот, смотри. Да хуй ее знает, нам нужно к шлюзам к этим, блядь, это не то. Так, ну вот. Ну, давай мы в ту сторону спустимся, да, оттуда... посмотрим, да. Да, что, у нас уступить, да, надо уступить? Нет, а, да, у них главное, только у нас... А, у нас уступить, да, стоит. Наверху ходит... Вон как раз, вот к этому дому мы и приехали. Да, во, все правильно. Здесь нас через шлюзы, а потом мы едем через площадь. Помнишь, как тогда? Давай, Макс, 130, тут ограничений нету. Ну тут стольник, конечно. Ну давай стольник хотя бы. Давай вот 120. Все, здесь уже не стоит поворот. Прикольно стоял мультистрада, это V2 какого-то там типа 16-го или 13-го года, не помню. А, я не туда поехал, нам же не в ту Чехию ехать. Да, ну, вообще направо на мост. Надо было направо, да. Ну ладно, зато через красивый город проедем, смотрите, как. Арсен меня научил, он всегда здесь ездит. Я говорю, мне стыдно так поступать, он говорит, нормально. Арсен тебя не такому научит. Блин, вот здесь надо было выехать. Да. На мультистраду уже была, блядь, с подогревом ручек, с круизом, потому что у них большинство нет круиза. Я все пытаюсь историю свою закончить. Извини. И чтобы не больше понравилось, она была, поскольку у нее вот этот эндуро-пакет, она была на спицованных колесах. Причем вот эти вот такие, которые перекрестные спицы, как у BMW, где колесо все еще бескамерное, а колеса спицованные. И, блядь, это так красиво выглядит. Но они мне ее не смогли дать на тест. Я говорю, ребят, как я у вас ее куплю, если вы мне на тест не даете, вы охуели? Она не здесь, она была где-то на западе, выше, по-моему, да? Так, мне показывают ехать направо. Правда, сейчас здесь? Ну, как бы не. Там можно налево уйти наверх будет. Она показывает мне все равно направо. Но едем направо через. Мы едем сейчас в сторону, по типу в сторону Пирны и в сторону Дрездена, как ни странно. Но сейчас она. Вот сейчас должны чуть-чуть вперед проехать и налево уйти. А потом она уведет нас налево, наверное, да, я так понимаю. Вот такие веселые цены сейчас в Германии. Я даже, мне кажется, что это какой-то сон. 30 евро за 16 литров обыкновенного 98-й, да, или тут? Так, налево, говорится, да, Макс? Да. Круг вернулся? Метров. Я тут никуда не уходил. А что ты не отвечал, когда тебя спрашивали? Я тебя про Эп спрашивал. Эп платный Курвиге или бесплатный? А, Курвиге бесплатный. Но я... О, свежий дождик. Да. Сейчас в него и поедем, что ли? Почему не обязательно? В туман поедем. Он же уже прошел, может, он навстречу прошел? Да это может быть. Может, да, может это от туманов.
сконденсировалось. Но так много, конечно, вряд ли. Прям какая-то березки, Россия прям какая-то. Прикинь, такая мистика в фильмах, да? Как в фильмах. Бах, и сейчас мы оказываемся в России. Где-нибудь в Архангельске. Уезжаю зря. А? Типун тебе на язык. Туман рассеивается. Знак такой, Ярославль. Да, Ярославль. Ну это, Антон, хорошо, у тебя там друзья всякие сразу. Ярославль было бы хоть не так страшно, у меня там бабушка живет, было бы у нее переночевать. Хорошо, Сыктывкар. О, круг, поехали к тебе. Я там не был, там красиво, ты все знаешь. Ну вот, круто. Да, Архангельск прям это совсем, по-моему, высоко на севере. Это там же, где Сыктывкар. Ну да, вот дороги уже соответствующие пошли, кстати. Да, я только хотел сказать. Сейчас еще появятся эти, как их, столбы с проводами, которых в Германии никогда не было. Зилы какие-нибудь военные, и все. Нормально, это такой, знаешь... Нет, это же этот, это же лайфхак, как, знаешь, когда показывают тебе какую-нибудь фотку с панельками. Да. Типа Марцана, и спрашивают, как отличить это от России? В Германии нету столбов с проводами, да. А в России они есть. Под землей все в Германии, да. Ну да, а я говорю, то, что это сценарий для фильма такой хороший, да? Три байкера выехали, заехали в туман, выехали. Еще и в 80-е годы в какие-нибудь попасть. Тогда весь фильм быстренько прервется, потому что у нас мотоциклы моментально отнимут менты и начнут изучать, что это за фигня вообще такая космическая. Интим записать. Антон под комбезом шоу и спрятал свой фаствей. Да-да-да, вот так это работает. Да? Водитель BMW. Сейчас вон туда, видите, наверху, это дорога. Мы по ней только что проехали, я записал даже чуть-чуть, наверное. Кстати, а какая температура-то у нас за бортом? 14. 14, да. Я вообще не надеялся, что так холодно будет. Помнишь, мы смотрели прогнозы, всегда да. 24-22. Я еще хотел брать с собой летнюю куртку, да? Взял бы так. Я вчера вот ночью при такой температуре ехал. Ух. Чего? В смысле глядя на нас? Ты думаешь, что мы несчастные гусеводы? Ну да. Он троллит. У этого он по дороге сюда яйца мерз, доехал он 3 часа. А я долетел за 2. Да ты бы и на гусе за 2 бы доехал. Дай тебе, блин, гуся. Ты бы и на 600-м бандите доехал за 2 часа, я думаю. Это все зависит от навыков. Да, но я-то с комфортом доехал. Ну на гусе тоже я вон вставал перед теткой. На автобане. Хвост распускал. Хвост 100 километров в час. Ну, вот, кстати, посмотрите сзади для интереса. Вот у меня. Мне кажется, они меня прикрутили глушак немножко неправильно. Он почти что вплотную к колесу. Там я проверил, там чуть-чуть. А он... Да. Что-то 5 минут. Было не так. Было не так? Может, ногой сейчас просто? Трубе повернуть. Был бы гусь, я бы ногой просто так отодвинул и все. Где мы находимся, круг? Расскажи, пожалуйста, телезрителям. Мы находимся в лесу. Спасибо. На границе Чехии и Германии. Сейчас поговорим в Чехию, потом обратно в Германию, потом опять в Чехию. Ну вот. Короче, дороги ведут у нас через границу, да. Какие мне так нравятся эти германские дороги? Да, мы в восторге, на самом деле, от вот этих дорог, где мы сейчас едем. Не успел. Не успел. Это был наш голубой момент. Они обнимались. Самый голубой огонек вы пропустили. Давайте тоже. Ой! Ты просто голоден и не подозреваешь об этом. Нормально. Сейчас, подумай, просто одна рука. Нормально. Ну, сейчас сниму. Она через эти плохо пролезает через. Ну да. Короче. Ну да, комбинезон, да, с ним сложнее. Мы
проехали дожди, я камеру снимал, потому что иначе бы промокло. И так он промок, пуфик этот. Вот такая машина нас встретила тут. Как говорится, давай сбей меня еще. Что, забьем на знак? Конечно, забьем. Или? Мы снизу выехали. Нет машины? Есть. Так, мне он говорит, что... Подождите, опа, блядь, на горочке. Это самый кайф. Так, 67 километров в час ехать. Час 10. 67 километров ехать час? Ага, час 10 даже. Нас недооценивают. Смотри, как красиво. Атомная электростанция. Ага. Вижу. Ну, может, не атомная, конечно. Хотя вот это гротирня называются, эти бочки, трубы, да? Там пар остужается. Может, это не только газовая. Но смотрите, погода какая хорошая, Антон. Ты прям попросил, и все выполнили. Вау. Горы. Надо посмотреть, на какой мы высоте вообще находимся. Ты смотри на машину впереди, а не на горы. Да я выворачиваю лучше, чем стандартная. Просто это оптический обман. Сейчас вот она будет вырастать. О. Вау. Неожиданный, да, такой? Да, опять. Красивая хуйня. Фига себе, они на нас нападают. Прям как будто что-то инопланетное, да? Да-да, инопланетные захватчики. Блин, и ветер такой. Да, Макс, у меня навык через 4,8 налево. Да, у меня 3,6 даже ближе. Блин, ничего себе. Поэтому они здесь и стоят, блядь. Да. Такой... У меня челюсть поворачивает. Ветер. Да-да, у меня тоже. Блядь, челюсть приходится... Антон, как тебе на твоем мотоцикле? У тебя парусность как там? Нормально? Нормально, нет, абсолютно. Да? Не, мотоцикл не реагирует, у меня голову поворачивает. Да-да. Ты ж тяжелый у меня, какая ему разница. Ну да, круг ты вперед смотри, пожалуйста, на дорогу. Голову держи ровно. Понимаешь? Ну да. Не поддавайся флюгеру. Вам контроль. Да. Сейчас выясню, что в каждой долине натыкана по атомной станции. Да, что на самом деле все электричество производит Чехия в мире. Ну да, это какие-то лыжные горные фишки. Так, ребята. Блин, какой-то туннель жалкий, я-то думал. Вот там уже нормально вроде. Посмотрите, ветряк, как? Остров ветряка. Да. Сейчас будет поворотище из поворотищ. Вот вы посчитайте, сколько мы таких поворотов за поездку сделаем. Ха. Трудно, да? Надо создать какой-то инструмент для этого. Это все надо мерить, этот гироскоп. Да, гироскоп какой-то. В телефоне уже тебе есть гироскоп? Да. Он мерит? Да-да, надо посчитать просто. Это как бы... Чтобы счетчик был. Ап, просто каунтер, да, с гироскопа, да, засчитывает больше. Там ставят какие-то градусы, шел. Да. Щелкнуло. Счетчик щелкнул, да. Страшный
зелененький слегонца. Ну, да, зелененький? Зелененький, то есть, да. Бледно-зелененький. Так, налево, ребята, пардон, что так поздно говорю. Там дохуя, вот на нем дохуя сотовых вышек. У меня нету связи вообще в телефоне. Да. У меня у телефона ноль этих сигнала. Что случилось, блядь? Не, найдем, что-то перепроверим. В крайнем случае, купим новый телефон. Сейчас будем думать, сейчас маленькая пауза, и потом решили проехать еще 100 километров примерно от Карловых Вар подальше, но уже по быстрому шоссе, не по автобану, но по быстрому шоссе. Сейчас Владимир пробьет отели, найдем уже куда, потому что начинает потихоньку, ну, по крайней мере, у меня, я, конечно, продержусь, но подступать усталость потихоньку. Может, потому что я впереди много ехал, концентрировался. Но пока Карловы Вары вообще на окраине, как всегда, ничего не впечатляет. Город как город, новостройки. Типичный чешский городок. В центре, наверное, красиво. Вообще, это водохранилище справа. Это электростанция, наверное. Интересно, поедем мы по ней или нет? Мега-сооружение. Нет. Как? Главная дорога туда, но нам не туда, нет. Нет. Я думаю, ты все равно через асфальт ничего по ней не увидишь. Да, конечно. Осторожно. Ой, я подожду, потому что это... Чем еду? Хорошо, поехали. Что, у нас главная? У нас главная, да, потому что мы же направо поворачиваем можем. Все. А вот внизу речка уже, все. Дорога очень. И классно, что нам мы не возвращаемся в ту же точку, а мы едем на какую-то новую. Да, мы едем дальше и дальше и дальше. Знаешь, как мой дед говорил, он спросил, когда ты был счастлив? Он сказал, когда я был на колесах? Я говорю, в смысле, когда я ехал? Говорит, ну, он начальник поезда, да? Говорит, когда вот я ехал к моей командиру? Когда я был на колесах, двусмысленная фраза. Ну да, да, не, но он... Особенно в контексте счастья. Ну да, но еще есть выражение «жизнь на колесах». Он тогда не был, блядь, какой сука. Он поздоровался. Хандовод. Опа, это... Короче, да, я понял, что я тоже люблю ехать куда-то. Неизвестность, что-то новое видеть. Какие стрёмные дома справа. Вот эти, да. Это тоже по типу ГДРа. В каждой деревне должен был быть такой небоскреб, чтобы люди возвращались в деревню. Программа была такая. Какой, да, какой-то? Вообще... Встречка. Встречка две. Две встречки. Поле только смущает. Сейчас рыцари будут на лошадях выходить. Правый. Только единственное, знаете, что? Фуил на 73, а нам еще 56. А, нормально. Как обычно, приеду за 20 километров до пустого бака. Да, но он будет не пустой, у тебя еще все равно 5 литров там спрятано, насколько мы знаем. Да, я знаю, да. Так что эти твои 0, это еще плюс еще сколько там, еще 100 почти. Ну не 100, а там 80-90. 80, да, 80-90. Татра, по-моему, завод делал. Хотите съездить в Россию, да, ностальгируете? Зачем? Пильзен! Чехия. Ну, это пиво варится. Сюда. Очень похоже, правда? Пиво варится, да. Я не говорю, что это плохо, но просто вот эти широкие просторы, которых нету в Германии. Вот эти улицы широкие, тротуар такой еще сбоку широкий. И дома там вот эти шестиэтажные. Но они, видите, отделаны. Они как бы панельки, но они как хрущевки, только хорошего качества. Но они были плохого, я думаю. Ну, прикол, да, как похоже, да? О, впереди дождь. Нам... Маме какая-то дебилка вписалась. А, ну давай я чуть-чуть газу дам, влезешь. Нет, ну ладно, ну, ты все равно увидишь нас. Она просто какая-то... Она прямо метается туда. Дорогие господа, друзья, товарищи, сатлузовцы, односельчане и однополчане, мы въехали в старый город, как вы видите. Без моих комментариев вы, наверное, это поняли. Но самое удивительное, мы ехали с Владимиром и с Антоном, обсуждали, что вот так вот въезжая, если бы мне не сказали, мы бы подумали, что мы въезжаем в Прагу. Просто так, ребятки, сейчас подождите. Это с кругом обсуждали, а не с Антоном. Алло, что, тормози. Нам нужно сейчас в правую полосу войти.
Прямо уйти направо, прямо здесь? Нет, там нужно прямо. А, там, ну там на перекрестке. Эта полоса налево уходит. Ну все, я включил поворотник направо, и все, нас пропустят. Нет, просто я вас информирую, что сейчас будет такая ситуация. Да, короче, не, ну я просто не хотел тебя исключить из разговора, типа, чтобы я сказал, мы с Кругом обсуждали, а Антон говорил, спасибо, я вас услышал. Вот. Как мы тут обсуждали фразу. Я этого тоже не говорил. Да это мы фразу обсуждали, спасибо, я вас услышал, поэтому я и шучу. Типа, ну так, чтобы не было. Ну, короче, ладно, все, я гоню, я уже голоден. Короче, это все. Все, перестань разговаривать, пожалуйста. Да. Почему? Потому что мне мешаешь, я за навигацией смотрю. А вот при чем тут? Ты меня отвлекаешь, ладно, я выключу звук. Все, молчу. Потроллил Круга чуть-чуть. Вот здесь мы будем жить. Доехали. Гигантский лифт. Втроем мы не влезли. Втроем нереально было. С Антоном с Кругом. С Кругом нереально. Да никому влезть с Кругом, только Давиду. Опа, у них тут банька есть. Банька есть, да. Надо узнать про баньку. Четвертый этаж у нас. О, сейчас главное, двери открываются, как в трамвае. Опа. Спасибо. Да. Я не помню, какой у меня уже. У тебя 408, а у меня 406. А почему ты идешь туда? Нет, 408 напротив. У нас напротив. А, все, мы здесь. А у кого-то там, да? О, интернет написано, нормально. Вот так вот, где паутина мировая. А не обязательно да, верить. Работали только здесь. Все здесь. Интернет. Вот. Комната. Нормально, с конфетой даже. Тубзик, ну тубзик, понятно, две ступеньки, да, тут можно грохнуться, если накачаться. Зеркало, все, только у Антона. Знаешь, прихожая его... меньше получается. Не, по-моему, только не чуть-чуть меньше. Чуть-чуть короче, но зато да. Сама комната чуть просторнее. Да, да. Или, у меня кровать просто меньше, чем у тебя кровать больше. Да, кровать меньше здесь. Вот стол, можно компьютер поставить. Вид из окна, ладно, не важно. У меня вид из окна на эту как раз был сейчас. Я думаю, да. Железную дорогу туда где? То, что мы слышали. И на вокзал, да, вон на железную дорогу, город видно. Высоко, да. А у тебя? У меня во двор, наверное. Лежит новый завет. Кровать у тебя прикольная, она тебе больше. Да. Да, вид во двор. Здесь вид такой скучный на помойку. И вентиляторы стоят. Вентилятор у тебя тоже стоит? Да, я вижу, что вентиляторы. Так, ну все, нам надо только теперь мотики отогнать. А Круг уже ушел, пойдем на улицу тогда. Да, ушел. Вот так мы запарковались. Но тут вон куча байкеров немецких тоже. Закрытая парковка, чтобы ничего не свистнули. Сейчас пойдем переоденемся и кушать. Лучший способ для похудания это ехать куда-то далеко на мотоцикле.